Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, сейчас, во всяком случае, у меня вечер и время поиграть в Mortal Kombat 11. И я хотел бы сейчас, прямо сейчас, сыграть за Скорпа. Играть будем против Скроки. Он играет за Нуб Сайбота. И это... Призрачный шар скольжения. Ага, это уже вторая вариация, более зонящая, но менее созданная для комбо, менее комбинирующая. Ты совсем не похож на Куай Ляна. Ты льстишь мне, Скорпион. Только глупец может так думать. Окей, и воздух. Давай, классический. О, следующий будет в пузо. Пузо. Нет? Ага. Смотри, можно еще раз. Зажигание. Ой-ой-ой, я знаю. Я забыл про это. А, он может? А, нет, не может. Накажет, да? Накажет, воу-воу-воу. А у нас очень... У нас вперед четверочка очень хорошо против воздуха помогает. Айто. Ага. Давай, оверхед. Тихо. Воу, 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 воу. Найс. А давай так. А давай так. Тише. Бруталочка. Я слышал, что якобы, судя по Ютубу, добавили новые стойки для некоторых бруталок, но это не точно. Следующий противник, игрок под ником Олег Павлович, играет он за Китану. Королевская защита, трепещущий вер в воздухе, наземная война. Mm-hmm. Ну а мы кабалом поиграем. С тяжелым характером. Бэм. Тихо. Сбиваем. Пресса. Ах, ты вот так вот. Низ. Наказываем, наказываем за любую. Так, поднимайся. А, нажал. О, это... Да. Бэм. Красиво? 350, нормально. По-моему, очень даже для кабала. Файто. Это было... Тише, не надо, не надо. Она-то падает. Ага, я понял тебя. Оу! Там очень большая это. Тише. Падай. Падешь. Ты падешь, тихо. И удар, ага. Контр. Угу. Не, мы так не договаривались. Давай. Я прожал правильно все. Да. Ну
Да, ребята, я решил разнообразить выпуск, и сейчас мы с этим же Олегом Павловичем поиграем, но я уже буду за коллектора, буду пытаться показывать вам новое комбо 4-4-3, которое подбрасывает, и это замечательно. Оу! Ох ты, это интересно. Да. Опа, поймал. Иди сюда. Это немножко не то. Нога, очень длинная нога. Решил захват сделать, да? Смотри, прикол. Ну, там немножко по-другому должно быть. Ну, ладно. Опа. Надо было заплатить 1.2 бросок назад. Ой-ой-ой. Видишь, что творит? А мы вот так. А-а-а. Согласен. Не пофиксили мы это, да? А мы вот так сделаем. Угадывает. Низ. Надо будет в следующий раз оверхеда делать. Оверхед. Не понял. Один, два, один, два, один, два, один, два, один, два. Есть. Он так не делал. Он так не делал. Ну и, конечно же, Герос тоже входит в список моих любимых персонажей. Это же по-любому, это же Герос, ребята, вы что? Опа! Иди сюда. Иди-ка сюда. Стоять. В смысле? Тихо. Какая хитрая, смотри на нее. Сейчас будет кому-то больно. Очень больно. Ломать. И все, и в песочек. Песочек в ботиночке. Моли о пощаде. Дотянусь я, интересно. Опа, зря ты так. На, на, на. Оу. Согласен, хороший вариант. Давай, песочек, песочек. Вверх, вверх, вверх. И ножку отрываем. Твоя смерть послужит кронике. Настало время сразиться с Джаксом за Соню. Оба. Терияки. Опа. Опасно, опасно.
Ну, он хотел меня это, ударить как-то. Ага. Я успел. Миссия выполнена. Опа. Ух. А мы вот так. Ой-ой-ой. Да ну. Неплохо. Интересно. Он прям наказал. Воу. А мы вот так. Он защищается. Ух, ну это было хорошо прям. Это был хороший бой. Тут без бруталочки явно обойдемся. Ну, там, где Скорпион, там должен быть и Саб-Зиро. Глубокая заморозка и холодное плечо, друзья. Против восходящего томагавка и духа Кибы. Стандартная раскладочка. Лови. Ух ты! Смотри, не попасть ему никак. Оу. Я. Оу. Опа, все. Иди сюда. Какая опасная игра у нас, да. Прям опасно. Схватил за удар. А-а-а. Опа, парень. Иди сюда.
Оп. Не. Иди сюда. И... Ой, вот это концовочка. И как раз хватило, прикинь. И как раз хватило. Теперь я сыграю за Эрна Блэка. Терияки поиграет за... Нуб Сайбота. Причем в одной из лучших версий. Ага. Он отлежался. Оу. Ой-ой-ой. Интересно, я его вообще смогу убить? Ну, с таким уроном, может, и смогу. Не, не смогу. А-а. Он сейчас телепортируется, и все. А, он этот... Камехамеха свою. Неблокируемая. А, контролирует, смотри. О! О! Тише. Не? Ой-ой-ой! Вот тебе и раз, пропустил. Оу! Нет, я сейчас буду... Вперед держим, вперед держим. Сейчас должна быть бруталка. Бабамс. Хорошо. Теперь он выбрал Соню в спортивном костюмчике. Ну а мы поиграем за Лю Кэнга. Лю Хан Куан, конечно же. Да, чтобы миксапить. Да, 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 да. Воу. Ага. Интересно. Смотри, как получается. И... Да. Он не выдержал все-таки. Видите, в защиту ушел. Побоялся что-то делать. А антиэрить уже было поздно. Wow.
Ага. Стоять. Ой-ой-ой. Лицо, лицо. Только не мое прекрасное лицо. Не доделали. Ну, отлично, отлично, отлично. Ой-ой-ой. Прикинь. Так, раз, два, три. Мерси. Оу. Пардон. Должна была быть бруталка. Получилось нечто другое. Получилось, что я ей просто спину сломал. И Шаукан против... Кстати, против Кун Лао. Он же Кун Лао, по-моему, в 9-й части шею свернул. Прямо на глазах у всех в Колизее. Да, я помню этот момент. Не понял. Ага, так это походу плюс вообще. Охо-хо. Бэмс. Ой-ой-ой. Да. Слушайте, у него... Нормал-то у Шао-то неплохие. А, обманул. Ну-ну-ну-ну-ну-да-да-да. Ой-ой-ой, смотри. Это немножко не то, что я хотел. Мерси. Упс. Вниз, 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 вниз. Yes. Этот. Как его? Бруталити с... ударом по голове. Следующий противник Лю Кэнг. Вау. Опасный свитерок. Ага, пришел. Пришел. Опасно. Наказали. Присоединяйся к Незрелму. Ой, а можно было, кстати, комбо-то сделать. Опа. А он знает, да, что можно. Хитрый, хитрый. Очень хитрый парень.
наказание за его хитрость. Да, Свитерок тоже довольно достойный противник, как и предыдущий. Терияки. Сейчас будет Джакс. А, я успел зажечь. Классичка пошла. Оба. Знает. Он понял. Воу. Убьет. Он за это накажет. Наказал, наказал. Ты будешь страдать. Да, это проблема, кстати. Когда так, такое происходит. Воу. Все, он понял. Оу-оу-оу-оу. Давай ему вот так сделаем. Он знал. Ёлки. Хороший бой. Бурталки нет, но бой очень хороший. Барака пусть будет. Пусть будет барака, дорогие друзья. Потому что это жестко. Наказал. Еще и этот... Ой. Спустил с воздуха. Да ладно. Round two, fight.
Ага. Иди сюда. Контрорус. Не понял. Игору? Или что? Ага, все, пошло. Угу. Сейчас будет? Нет, не будет. Вау. Давай, давай. Уф. Эта битва окончена. Мощно. И думаю, что, друзья, на этом моменте вы можете поставить лайки. Да. Подписаться на мой канал. Нажать на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Прокомментировать данный видосик. Рассказать о нем своим друзьям и нажать на аннотации на экране, чтобы другие видео посмотреть. Ну и всем желаю удачи и всем пока.